Молодежная школа по астрономии с участием школьников, студентов и аспирантов из России и стран СНГ собрала тех, кому интересен необъятный космос. Лучшие ученые представили ребятам актуальные проблемы науки, новейшие достижения и перспективы астрономии. Эта школа проводится в рамках симпозиума по исследованиям Луны. И задача в основном показать школьникам, в основном это школьники из Казани и Татарстана, которые могли бы увидеть современные результаты в изучении Луны, перспективы изучения Луны и планет, вот, и узнали новые для себя, открыли, могли пообщаться, конечно, с известными учеными, получили какую-то для себя новую информацию. Конечно, нужно создавать среду, в которой формировались бы вот такие взгляды молодых людей, и которые прививало бы им стремление к движению вперед. Слушатели очень заинтересовали доклады о достижениях КФУ в освоении ближнего и дальнего космоса. Был освещен широкий круг проблем, которыми занимаются в астрономических лабораториях Казанского федерального университета. Есть проблемы темной материи, темной энергии, то есть это субстанции во Вселенной, которые нам пока не их природы их неизвестно. И вот исследуя далекие объекты массивные, как скопление галактик, совместно с рентгеновскими обсерваториями мы вот в ближайшей перспективе будем работать в этом направлении. Ну и, наверное, этим студентам, участникам школы это будет интересно. Мы хотим этим тоже привлечь их к нам в Казанский федеральный университет. Ксюша Дзен, Ленардо Влетьяров, Универньюз.